лицеисты, гагаринцы, волгоградцы, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Праздником, которым гордится вся страна. Это праздник, который помогает нам осознать, что мы великая страна, что нам, нашей стране, гражданам нашей страны принадлежат великие открытия. Нас весь мир уже признает как людей, которые умеют рождать идеи, которые умеют их воплощать, которые умеют становиться первыми, лучшими, но во имя чего? Во имя мира, во имя науки, во имя жизни. Я сегодня хочу обратиться ко всем присутствующим, а не только к лицеистам. Давайте помнить об этом. Давайте хорошо учиться, хорошо работать во благо своей замечательной Родины. Человек в космосе. В космосе наш человек, Гагарин. Что творилось в эти дни в городе? Вечером во всех дворах накрывались столы, выходили люди, братались, целовались, ели, поздравляли друг друга. Это был общий праздник. Друзья, помните, пришло время первых. Будьте первыми в учебе, в спорте, в дружбе, во всем. Стремитесь за Гагарином, стремитесь в космос. Достигайте космических результатов. С праздником вас!